Melissa, chi stai aspettando? Mamma e papà. Dove vuoi andare? Da papà? Cosa facciamo? Andiamo? Metti i vestiti. Девчонки, добрый день, смотрите, какое солнышко сегодня, но, к сожалению, на солнышке ни один бар не открыт, сегодня понедельник, оказывается, все бары закрыты, которые на солнышке, я выпила в этом баре, но везде уже 1,30 стоит, вот это, оказывается, очень дорогой бар, называется Гарибальди. Но я все равно выпила кофе и пойду сейчас, вот, постою на солнышке. Даже посижу, там есть сиденья, которые доверчиво оставляют бары на улице, даже без всяких там замков и ключей. Посижу, должна дождаться открытия Тигота, такого магазина, где продают всякие хозяйственные товары для дома и для женщин. Для домохозяек. Я вообще в шоке. Это называется лак цвет латте. Латте — это молоко. 10 евро. Короче, я решила сейчас все это снять жидкостью для лака. Ацетон называется, да? Потому что это не гель. В общем, сниму и буду накладывать просто базу Риммель. За 8 с чем-то купила позавчера. Ай, господи ты, боже мой. Но посмотрев на свои ногти, я решила, что я буду дальше продолжать гель, потому что вот так вот один день ходить с лаком, 10 евро платить, терять время, а потом на следующий день все вот так вот пообломалось. Это ужас. Лучше гелевые ногти хотя бы 21 дней, 25 дней. Спокойно ходишь, не надо ничего переделывать, корректировать и все такое. Я в шоке просто. Такие как будто неухоженные ногти. Но у меня 8 февраля. Да, 8 февраля. Визит на ногти гелевые. Нафиг, нафиг. И 9 февраля на эти, на ноги гель, педикюр. Ноги вообще месяц держатся. Ноги медленно растут на ногах. На ногах ногти медленно растут. Сяду вот сюда вот. Я здесь обедала в прошлый раз. Вот так вот присяду. Вышла сегодня поздно. Вот буду сидеть до победного конца, пока солнышко не сядет за палаццо. Вы представляете, ни один бар не открыт. Все закрыты понедельник. Вот эти вот все бары. Колонна самая такая была. 2 евро, конечно, стоит на улице кофе, но самое такое солнечное. Ну, я думаю, уже идет все к весне. Получается, что у меня 12 февраля день рождения школьницы, студентки. И 12 февраля, оказывается, понедельник. Я хочу взять субботу, воскресенье, понедельник, выходной. И если получится, съездить в горы, потому что вот хочется горы. Я в этом году еще не видела горы, то есть этой зимой. Снег не видела еще. А вчера... Наконец-то вышло солнышко, такое яркое-яркое, так повезло. С утра пораньше мы с Мелиссой встали, поехали в Петрарку, Монтегротто-Терме. К 10 часам уже все было переполнено, там нельзя заказывать, там нельзя по телефону заказывать место, там только надо в живую очередь приезжать до 9 утра. Мы опоздали, у нас, говорит, все забито, мест нет. Оказывается, начались карнавальные каникулы какие-то, да, Настасья Филипповна? Я не знаю, в общем. И
Я сидела там, обзванивала все-все отели Абонатерми и Монтегротто, где есть вход дневной. Везде все занято. В реальности это правда, потому что я хотела даже с ночевкой в субботу ночевать в терме с Мелиссой в субботу и целое воскресенье провести в терме, потому что знала, что солнышко будет. Но, к сожалению, все было забито. Потом, наконец-то, я позвонила в премьер. Сперва какая-то девушка сказала, что мест нет, что все забито. А потом еще раз через полчаса, когда уже всех обзвонила, мест нет, еще раз позвонила, взял парень молдаванин, он сказал, что есть. В том смысле, что все равно 90 евро надо платить за душу, за персону, и за Мелиссу они берут 90 евро, как за взрослого человека. Это неправильно, они должны брать 45 евро за полцены. В общем, я должна это обговорить с директором в следующий раз. В этот раз просто времени не было. И когда мы приехали с Мелиссой, там очередь была полчаса, потому что все уезжали, которые пятницу, субботу были, воскресенье утром. И освободилась комната. И мы с Мелиссой так загорели, как бразильянки. Вот такое вот сегодня, как сегодня, яркое-яркое. Прямо лучистое солнце было. Такой кайф после этого тумана, который был в субботу днем и вечером. Так мы и не пошли на ужин с подругой, потому что они вышли днем в супермаркет, подруга с дочкой, дочке 8 лет. Она говорит, мы так замерзли, вообще так сыро, так холодно. Но да, на самом деле было это так. Я, говорит, не хочу выходить, не хочу на этот ужин идти, через весь город мотаться, пешком идти, в холоде, в сырости. Я говорю, ой, как хорошо, что не пойдешь, потому что если ты не пойдешь, я тоже не пойду. Я лучше проведу весь вечер с Мелиссой, посплю с Мелиссой. Если б я пошла на пиццу с подругой и друзьями, Мелиссу надо было бы возвращать домой, потому что Мелисса уже 8:30 засыпает, 8:30 вечера. Она привыкла в садик ходить. Вечером 8:30 засыпать, в 7 утра просыпаться, идти в садик. Они целый день не спят. У них в Италии уже в 4 года не дают спать в садике. Не так, как у нас. У нас, я помню, мы все до старшей группы после обеда, у нас был тихий час. И это, я считаю, правильно, потому что дети должны хотя бы часок, полтора часа поспать. Тут у взрослых-то не хватает энергии на целый день. Мне приходится показывать эту сторону, потому что против солнца невозможно. Видите, Виченца, какая пустая, ни одного человека. Мало людей. И, короче, такая счастливая, но вечером такой туман наступил. 6 часов вечера, когда я вышла на улицу, Айбек, мой сын, приехал за Мелиссой. Они шли в пиццерию в Абана, в Скудерию. Там есть такая скудерия, я один раз показывала, очень большая такая пиццерия, где раньше была конюшня, они сделали такой красивый огромный ресторан с фонтанами, там все такое, там и рыба, и мясо, и пицца, и все на свете, что хотите, и гриль, и недорого, и там вот всегда забито, и открыто где-то до часу 30 ночи, поэтому все туда идут после терми, которые некоторые терми в 12 часов закрываются, как Преисторика. Петрарка в 11 вечера закрывается ночи, поэтому я даже часто с друзьями и подругами после терми мы туда ездили, ужинали поздно. Мелиса такая ласточка, познакомилась с двумя другими девочками, так играла. Она, как всегда, была с насморком, с соплями зелеными, с кашлем. Но, к счастью, в субботу ночью она спала спокойно. Я прямо с ней в 9:30 заснула, как без задних ног. Проснулись мы в 7:30 утра. И вот у нее, когда она идет в термальные воды, у нее все сопли, все кашли, все-все-все проходит. Вот все-таки вот эти термальные воды, они очень и очень полезные. Здоровье дают, здоровье. Это здоровье, потому что, видимо, когда она там ныряет, прыгает в воду, плавает, как-то у нее легкие работают, начинает дыхание, ну, дышать правильно.
И поэтому из легких, из бронхов вот эта вся гадость, которая бактерии выходит из носа, и потом все, больше нету никаких этих соплей. Я даже думала, ой, наверное, не пойду, еще и больше простудится, если уже покашливает и сопли, наверное, лучше не поведу ее в терме. Я же сама такая, не моюсь, когда я простужена чуть-чуть, пока не выздоровлю, я не хожу, ни душ не делаю, ни волосы не мою. В общем, к воде не прикасаюсь, чтобы тело не охладилось. И 2-3 раза вот не соблюдала вот это мое правило, а потом еще целых 10 дней, 15 дней болела, когда надо было уже выздоравливать. Поэтому у меня это правило. Но, к счастью, оказалось так, что прямо такое яркое солнышко вышло. И прямо мы с ней такие тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, выздоровели. Они, наверное, и сегодня поехали в Верону, в термальные воды, как-то на букву Аквариус, как-то называется так. Моему сыну дарят бесплатные входы, билеты, кто-то там какой-то знакомый. Он говорит: мама, поехали с нами, понедельник все вместе, около Вероны, не в самой Вероне. Огромный такой, говорит, очень много там бассейнов, даже русская баня там есть, сауна финская, все есть, короче. Но, к сожалению, я в понедельник работаю, я не могу. Как бы мне и вот это вот хватит. Несла девчонка или корейцы, или китайцы. Он говорит, типа, дай мне сумку. Взял сумку, она говорит, ладно, я сама понесу на их языке. Миша, Миша, Миша. Ой, такие забавная молодежь корейская или китайская. Мне кажется, они корейцы, больше на корейцев похожи. И, в общем, что я могу сказать? А насчет того, что одна там написала, что там синица там что-то написала, я еще ничего не знаю, девчонки, какой там результат, потому что адвокат захотела еще 500 или 550 евро, чтобы узнать результат. Я сказала, хай, не буду я ничего узнавать. Если бы там что-то такое прямо важное было, давным-давно бы уже пришло и извещение мне из трибунала. Раз за это надо еще 550 евро платить, то я решила не платить. Если надо будет, они бесплатно пришлют то, что отправили в архив или не отправили, или что-то будет. Так как все равно в Италии эти дела, судебные разбирательства идут по 5, по 6, по 10 лет, я даже не буду интересоваться. Потому что я так и так потратила столько денег, они взяли бесплатных адвокатов, хотя они столько денег заработали, как блогеры, когда еще в России была монетизация за просмотры россиян. А я, которая ни хрена не заработала, и дальше продолжаю снимать на русском языке именно вот для всех русскоязычных. Неважно, россиян, не россиян, для меня это не важно. По 40 евро в месяц зарабатываю. И то я взяла частного адвоката, но, видите, все равно это недоказуемо, потому что они все какими-то кодовыми этими словами все делали. Но, с другой стороны, вот у меня все это уже давным-давно прошло, слава богу. Я вообще про это дело забыла, вообще не вспоминаю ни про ту, ни про эту, ни про птичек, ни про кого, живу своей жизнью. У меня столько событий в моей-то жизни и вокруг меня, что мне некогда думать о негативе. Слава богу, вот все идет, все путем, все путем идет, все прекрасно, все хорошо. Я такая довольная, счастливая тем, что происходит вокруг меня в последнее время, поэтому мне это абсолютно не интересен весь этот. Не интересен весь негатив этот. Боже, какая я была тупая, столько нервов потратила, столько денег потратила, чуть с ума не сошла, чуть в больницу там попала, чуть с ума не сошла.
в депрессию тяжелую. Боже, какая же у меня была все-таки хрупкая психика. К счастью, у меня сейчас психика абсолютно здоровая, все восстановилось. Оказывается, если вообще полностью выгоняешь из головы тему, то вообще как будто этого не было никогда и не будет, слава Богу. Все вот как будто вот стерли вот этой вот, как называется, стеркой. Как же называется, который дети карандашами рисуют, потом стирают. Стерка называется, да, не помню уже. Вчера как раз мы листья покупали. И карандаши, и фломастеры, и там были внутри и точилки, и стерки, по-моему, насколько я помню. Слово русское. Поэтому мне это... Ну, она может там что угодно говорить, что угодно писать. То, что это она меня травила, эта синица, по команде Скворчихи, это... Сама мне Скворчиха на WhatsApp все писала, эти все свои, как ее называется, угрозы, ультиматумы, рикатты и все такое. Поэтому... То, что прошло, прошло. Слава Богу, что жизнь идет дальше. И не стоит зацикливаться на таких делах. Жаль, конечно, что все это было на русском языке. И итальянцы не понимают такого изощренного, коварного русского языка, хитрого, закодированного. Поэтому ничего, наверное, не смогли сделать. Я не знаю, результата я не знаю. Я лично не буду больше 550 евро за это платить. Мне вот фиолетово. Во всяком случае, хотя бы они были под разбирательством. Раз итальянское судебное разбирательство, трибунал думает, что в этом нет никакого преступления, что людей надо доводить, что людей можно доводить до депрессии тяжелой, чуть ли не до самоубийства, всей этой грязью, то хай с ними. Пусть будет это на совести всех тех людей, которые все это затеяли. Моя совесть абсолютно чиста. Я живу своей прекрасной, счастливой жизнью. У меня Мелисса, у меня сын. Я так счастлива за них, за все, что происходит. Поэтому и также всем желаю здоровья и добра. Всем привет из Виченца, из Италии, от Жасминки Казашки. Всем пока-пока. Пошла я покупать жидкость для снятия лака. Как-то до 8 февраля. До гелевых ногтей надо как-то... Ужас, никогда не красьте лаком цвета молоко. Называется по-итальянски латте. Это нечто.